67-летняя Ирина Понаровская написала душещипательное послание к своей бывшей подопечной Юлии Началовой. Певица не стала ровно год назад. Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Все произошло очень неожиданно. Небольшая рана на ноге привела к воспалительному процессу, обострившему хронические заболевания. Сердце звезды не выдержало абсцесса. Смерть Юлии тяжело переживает ее бывшая наставница Ирина Понаровская. Сегодня звезда 80-х почтила память Началовой. Она показала их совместный раритетный кадр и написала трогательное сообщение. «Сегодня год без Юли. Как тебе там на небесах, мой ангел? Все можно было бы отдать, чтобы ты вдруг внезапно здесь вновь оказалась, но небеса распорядились иначе, будь спокойна, ни о чем не волнуйся. Память о тебе бесконечна, светлая моя девочка». Обратилась Понаровская к певице. Для Ирины смерть Юлии стала ударом. Она долго не комментировала эту новость, а потом нашла в себе силы высказаться через своего помощника. Тогда она заявила, что не собирается пиариться на трагедии и приходить на ток-шоу. Понаровская и Началова познакомились в 90-х на музыкальном конкурсе «Утренняя звезда». Юная Юлия была участницей шоу, а Ирина – одним из членов жюри. После победы Началовой звезда стала ее продюсером и наставницей. Они записали дуэтную песню и вместе ездили на гастроли. В последние годы артистки редко общались. Ирина жила в Эстонии и вела уединенный образ жизни. 2 года назад звезда вернулась в Россию. Отец Юлии Началовой рассказал, как узнал о ее уходе из жизни. Певица незадолго до смерти спасла годовалого ребенка.